Командор, мы обнаружили силы Эльдаров, которые угрожают нашей системе снабжения между Тифоном и Калдерисом. Мы опознали их лидера. Это очень опасный рейнджер Немериан. Очевидно, он возвращается после какой-то операции на Орочьей территории. Это наш шанс сорвать операции Эльдаров на Тифоне. И возможность больше узнать об их планах. Предлагаю нейтрализовать его немедленно, командор. Командор, наша цель охраняется Эльдарами. Несомненно, они надеются прикрыть его отступление. Мы не можем позволить себе этого. Двигаемся в укрытие. Войска противника. Построиться! Эльдары! Нам лучше перейти туда!
приближении тиранин. Это объясняет их действия в отношении орков. А какое отношение имеют тираниды к эльдарам, которые помогают оркам? Если поднять орков, они могли бы задержать тиранид. Если бы эльдары не занимались этим в тех мирах, из которых мы призываем новобранцев, мы могли бы использовать это в своих интересах. Использовать эльдаров и орков, чтобы остановить врага? С чего бы нам тратить на это свое время? Мы космический десант. Мы ничего не боимся, потому что мы сами воплощение страха. Возможно, мы воплощение страха, а нам приходится иметь дело с врагом, который не знает, что такое страх. И если мы хотим удержать сектор, любое преимущество будет нам на руку. Наша победа — награда за рвение и Так значит, эльдары объединяли орков, чтобы задержать тиранид? Да, Немериану без сомнения было известно о тиранидах. Это многое объясняет, но мы получали сообщения и о других действиях эльдаров, никак не связанных с орками. Очевидно, у эльдаров есть и другие планы, и ни один из них не сулит нам ничего хорошего. Я буду держать вас в курсе событий, командор. Что ты можешь рассказать нам о тиранидах, Церус? Тираниды не похожи ни на что из того, с чем мы имели дело раньше, Таркус. Орки могут действовать большими группами, но все же они объединяются вокруг вождей, которые ведут их. Убив вождя, вы повергнете все полчище в страх и нерешительность. Флот Улья-Тиранид — единый мощный организм. Каждая тварь в рое — лишь единица коллективного разума. Нельзя сломить дух тиранид, нельзя использовать их тщеславие. Их нельзя призвать внять голосу разума. Убей одну тварь, и ее место уже готовы занять миллионы других. Чего же они хотят? Улей поглощает целые миры. Его цель — кормиться и расти, и он не остановится, пока не поглотит всю галактику. Командор, орки продолжают подрывать нашу оборону на Калдерисе. Надо укреплять оборону, если мы не хотим потерять все шансы остановить тиранид. Пришло послание от командования Ордена. Командор, это Габриэль Ангелос. Я нахожусь на борту корабля «Летания Ярости». Основные новости таковы. Первое. Тираниды серьезно угрожают подсектору Аврелия. Второе. Капитан Тул находится в очень тяжелом состоянии. Тираниды – страшнейшая угроза, командор. Их численность не поддается счету. Их цель – поглощать целые миры. Летании Ярости на полном ходу направляется к Аврелии, но много времени уже упущено. Пока мы разрабатываем план атаки, я буду передавать сигналы тревоги вам на борт Армагеддона.